Жители Красногорска обнаружили голодных и больных собак в конюшне местного конного клуба. По их данным, здесь оказывают услуги по передержке животных. Люди, соседи, зоозащитники, депутаты до ночи стояли у ворот. В какой-то момент приехала зоополиция, так они себя называют, от зоозащиты и взяла конюшню. Забрали часть собак и щенков. Очевидцы сообщили, что все животные содержатся там в ужасных условиях. Многие из них больные и находятся при смерти. Хозяйка конюшни Красногорского конного клуба гвардии Елена Дубчак опровергла сообщение о плохом обращении. Такую информацию распространяют те, кто хочет бесплатно забрать дорогостоящих животных. Ранее в красногорских пабликах во ВКонтакте были опубликованы фото и видео, сделанные в этой конюшне. На кадрах можно было видеть в том числе больную акиту. Очевидцы утверждали, что собака вскоре умерла. Местные жители заявили, что будут писать заявление в полицию и прокуратуру.